Ой, я слышу. Ой. Бум. Кто выжил? Спасибо. Только падают запчасти, смотрите. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Гусанек, Форум, Подлючка, Кирилл Геймер, Приз, Флекс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, которая очень нравится на моем канале, выживание на деревянной постройке. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну да, что, эту постройку мы еще ни разу не разрушали, мне даже интересно, как она будет ломаться. Давайте начнем с нижних. Надо. Опа, есть. Где он сломал, я понял. Так, давайте посмотрим, как она вообще ломает. Кстати, я обратил внимание, что здесь как-то тросы связаны и хорошо ее фиксируют. А не, уже начала шататься, смотрите, как желе какое-то. Так, да. Давайте отсюда надо ломать. Не бойся, чёрт, не бойся, ты первый умрешь. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, что, еще никто не упал? Нет. Да вы чё, давайте подайте бистро. Нет, не будем. Бистро не будет. А веревки-то, пацаны, крепкие оказались. Опа-па. Знаешь, почему она так шатается? Потому что это дерево под видом желе. Да? Желейное дерево, ну вы открыли вид древесины. Мы бистро падать не будем. Не хочет. А ну-ка. Во-во-во-во. А вы что такое? Так, давайте прямо оставим с каждой стороны по одной штучке. О, есть! Она крутится. Есть! Крутиться начинает. Отлично! А, ну все, все, упал. Нет, упал. Два упала. Я не упал. Ай-яй-яй. Ой, извини, обстоятельства. Так, отлично. Смотрите, как оно как-то странно здесь все сделано. Так, если я сейчас тут стрельну. Я тебе буду мешать. Еще раз. Во-во-во-во, пошло. Не падайте! Нет. Вы что там держите? Булками держитесь от жопы? Как вы там? Как вы держитесь? Дима, за гвоздик зацепились. Во, смотри, сейчас если я отстрелю эту часть, мне кажется, оно прям пойдет кубом. Нет, не надо. Давайте с этой стороны. Во, смотрите. Не надо, нет. Во. Живые. Так, я вижу. Так, еще живые есть. Нет, Гусанек еще держится, вижу. И у нас еще трое человек получается, да, еще? Да. Ну что, давайте тогда эту отстрелим. Пацаны, отлично! Все, попадали все? Вы не попадали, вы чего? А вот так вот. Эй, не делай так. Это месть. Во-во-во-во-во. Так, а кто у нас там вообще держится? Флекс, молодец. Кстати, ребята, Флекс это новенький игрок, первый раз с нами записывается. Так что, если вы хотите тоже попадать в ролики, заходите в Дискорд, ссылочка в описании. Так. Подождите, пацаны, давайте перекличку. Кто еще там держится? Я держусь еще. Ну, Флекс держится. Отлично. И пусть чё это? Профитнул. Обстоятельства. Не человек. И Профит. Всё, Профит победитель? Нет. Я еще стою. А где ты там стоишь? Вот он на самом низу. Все. Профит, ты победитель. Ну, красавчик, что я могу сказать? Все, спасибо. Так, залетаем, пацаны. Теперь тот, кто у нас остался последним в живых, будет он разрушать эту постройку. Давайте надеюсь, я еще выиграю. Надо Диму подставить его первого скинуть. Эй. Так, все, готов? Да. Да, давай, Паш, погнал. Давай. Ой, ты что там, миниган, что ли, взял? Упал. Так, будем тут стоять. Мне кажется, вот здесь вот прям жестко можно повыживать. Плохая Дим идея. Оно пружинит. Как я упал? Есть! Ай-яй-яй-яй-яй, я упал. Так, еще двое человек там держится. Я живу. Так, отлично. Так, кто там у нас еще живой? Я вижу. Так. Фриз живой. И еще у нас Подлючка живой. И Флекс упадет. А, я вижу, да, трое еще живых. Перезарядка, извиняюсь. Все, минус один. Да блин, а. Двое осталось. А нет, все, Подлючка выиграл, пацаны. Да? Да, Подлючка, теперь ты будешь разрушать. Рынкс? Залетайте, давай, Подлючка, покажи вещи, на что ты способен. Так, буду я все-таки
Я здесь не буду на этом желейном мосту стоять, как-то он стрёмно выглядит. Просто перебежи на эту сторону. Так, а где он там, пацаны? Что он там ломает, нет? Нет, а вот, вот я вижу, я вижу. Опа, опа, пошли. Да как? Да я поддался, ну, честно говорю. Да я, блин, а как я упал? Меня что, посрачник только дал? Да вроде бы нет. А можно мне сраченьки давать? Не надо. Не-не-не, давайте по-честному выживать. Блядь. Опа, пошло. Веревки расстреливать нельзя, пробовал. По веревкам, кстати, было бы прикольно их расстрелять. Посмотреть, как без веревок оно будет стоять. Так, пошло. Кубарем. Вот, смотрите. О, нет, кстати, я думал, оно покатится. Это какое-то здание, оно сейчас начнет ходить еще и убивать всех. Здание обоз. Опа, смотрите, не упал. Форум еще с жопой держится. Давайте пройти, посмотрим. Я за саморез зацепился. Во-во-во-во-во, Гусанёк выбрал тактику. Стоять и упираться в эту штуковину. Я продумал сразу это. Красавчик, надо будет в следующий раз так само делать. Так, фриз. Вдвоем, да, остались? Так, фриз и Гусанёк. Давайте же посмотрим, кто из них победит. Нет, я живой. Ты живой еще? А, вижу. Это ты там... не считается же. Не, ну все уже, да. Сейчас он тебя застрелит. Куда залез, просто? Гусанёк, давай, я в тебя верю. Опа, молодец, вдвоем теперь там стоят. Внимательно наблюдайте, кто последний упадет, тот и будет победителем. Я держусь еще. Ой-ой-ой-ой, уже ниже. Я втроем. Отлично. Вообще, здание, кстати, полностью легло. Все. Ой, парни, привет. Тихо-тихо-тихо. Так. Эй, ну все, Гусанёк, извини, обстоятельства, да? Замочили тебя. Так, профит и фриз. Все, фриз победитель, молодчик. Оньк, залетаем, пацаны. Сейчас выберу такое оружие. Давай, я буду так об стол попираться. Ой, Дима сейчас опять упадет. Не, я не буду на край под... Это что мне... Эй, ты не толкайся, флекс. Не, я не буду бить подсрачника. Быстро падает. Я в следующий раз, если выиграю хоть раз еще в этом ролике, я буду гранатами ломать. О, все, уже один. Лучше газовая бомба. Отлично. Флекс улетел. Флекс упал, все. Дима, давай падай быстро. Не, я не хочу падать. А надо. Я хочу сидеть, выживать. Или стоять. Или лежать. А почему не... Определись, Дима, что ты хочешь? Я тебе не скажу, это секрет фирмы. Он все хочет, похоже. Фирмы? Секрет канала Димас ТВ. Так, так, так. Ники. Крыша. Ну, кстати, здание еще не сильно шатается. Опа, пошел. Прогибаться. Опа, пила пошла. А пила, кстати, моментально распиливает их. Смотрите, они в воздухе висят. Здание очень классно устойчиво сделано. Благодаря веревкам. В принципе, только это и спасает его. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Я возле подлючка буду стоять. Сейчас они вот там все вместе упадут. Тихо. Отлично, я еще стою. На корточках. Тихонько. Я еще стою. Нет, я хочу выжить. Я хочу выжить. Ты не выжил. Я выживу. Смотри наверх. А что наверху? А как ты там? Да ты меня отвлекаешь, я сейчас упаду из-за тебя. А как ты туда попал? Сначала сюда стал. А, понял. Красавчик, серия СМ2 оружие пошло. Его платформу нельзя. Есть, я держусь. О, я упал к вам. Я держусь. Отлично. Здесь я в этот раз выиграю. Улетел, отличненько. Так. Не все потеряно. Форум еще стоит. Ой, Дима, пока. Не, пока каешь дома. Мне! Пойдет. Карма. Тихонечко. Он его прям полностью решил разрушить, что ли, это здание? Ой. Расстрел Димы. Не надо, я тебе еще пригожусь. Ой, а я упал. Я исполню твои тысячи желаний. Ловлю на слове. А ну. Кто выиграет? Ну, интересно, кого же он пощадит, а кого оставит в живых? Думаю, сейчас Дима помирает. А можно убить? Конечно, нет. Я ж убивал. Нет. Можно, мочи, ты же решаешь, кто останется жив, а кто нет. Я думаю.
Диму. А я тут при чем? Не, я тебе... Дима уже был. А так вы что делаете? А, вот так значит. Ну и все, я с тобой больше не дружу. Ну и ладно. Давай, давай, еще осталось их двое. Давай, решай, кто из них будет победителем. Вроде трое или... Двое. Давай, Гусанек или Форум? Мочи, ты решаешь. Ща, подожди. Так, не спеши. Нет, пожалуйста. Все, Гусанек, ты победитель. Я даже выжил. Хорош. За это получай. Савелла, брателла, залетаем, пацаны. За это получай бан. Бан. А вот сюда надо, Тима, сюда. Не, я не буду там. Не-не-не, там, кстати, самое легко упасть. Я лучше буду здесь стоять и упираться. Все, я давай. Давай, Гусанек, покажи вещи. О, с Эресом 2 пила пошла. Ой. Так, давайте здесь стоять все-таки. А мне страшно. Ну так прикольно. Ой, мы как на волнах, пацаны. На Майами. Так, отлично. Дима, подвинься. Нет. Выживи сильнее. Не надо мне скидывать. Я тебя с собой заберу. Опа, граната пошла. Граната. Так, ничего не разрушилось. По звуку было бы слышно. Да я пойду Диму. Гранаде? Граната. А, что происходит? А я гранаде. Блин, я резко упал. Okay. Опа, ну, все, остался один выживший. Флекс выиграл, да? Я. Все, Флекс. Красавчик, давайте, залетаем, пацаны. Флекс уже второй раз, да, выиграл или нет? Ну да, я один остался, получается. Ну все, давай, разрушай, покажи. Да, новенький. Пока на там можно ходить? А, нет, пока на там нельзя. За то, нет, пока на там нельзя, Дим. За то, что он выиграл, я его убью. Ну давай. Не надо. Гусанек, он такой завистливый, видишь? Специально убивает всех, когда кто-то выигрывает. Ладно, давайте скину. Я тебя потом залечу и санва скину. Так, где там у нас? Флекс. Вижу. Вот он бегает. А уже убегает. Отлично. Пошел. Ой. Надо в столб упираться. Ой, колбасит жестко, колбасит. Нет. Мы сейчас вот так попробуем здесь встать. Не хочу. Нет. Не, это блин, я опять упал. Да что ж такое? Я тоже упал, да что такое? Я на голове такого. Смотрите, как он уничтожает здание это. Оно просто... Не, кстати, оно не полностью еще легло. Да. Так, у нас двое подлючка и Кирилл Геймер. А нет, еще там четверо человек еще. Все, слился. Не, ага. Ты меня чуть трое, не скинул, трое осталось. Что, давай, стой. Посмотрим, кто же из них последний. У меня патроны закончились. Так-то выдай себе еще чуть-чуть. Ай, смея. Так, Гусанёк хочет все-таки победить, но у него, чувствую, не получится. Ой. Красиво нам отрышит. Ух ты, все. Слился, подлючка ушел. Двое осталось. Все. Эпичные кадры делаем. Все, победитель у нас Форум. Форум победитель. Yes, блин. Форум, молодец. Форум, мои друзья. Залетаем, давайте, пацаны. Ты выбрал меня, а не Саню. Мы больше не друзья. Все. Ну, вот так, ребята, в моих роликах люди ругаются и не дружат. Конкуренция порождает. Я себе вот так сюда зайду. О, есть, я нашел метод, как можно выживать. Че я читер? Привет. Все, ребятушки, все, теперь я точно затащу. Хорошая тактика. Спасибо. Никто ж не догадался, Фриз за мной повторил сразу. Да. Место, будь ласка. Нет, твое место на... не буду говорить, где-то. Я вам дам жизни. А чё? А кто? А как? Это тебя постройка убила. Да блин, она не любит меня, это постройка. Ой, пошло. Ой, красавчик. Молодец. Я испугался. Вот, кто еще там живой? Еще двое. А еще Гусанек там зашкерился. В балках сидит. О, вот это ты жахнул. Монетка пошла в ход, ребята. Вот тут. Ого, оно сразу фигачит. Все, я проиграл. Все. Ребята, последний раунд, и решил я поуничтожать, потому что у меня есть очень классный способ, который я люблю использовать. Там бомба. Нет, там бомба. Пошла.
Сейчас посмотрим. Залетать, а че вы летаете, пацаны? Ой-ой-ой, сразу четверых уничтожил. Я не летаю. Я сюда с самого начала залетел. А, понял, как-то странно. А, мы же удалили мод на огонь. Теперь, получается, ничего не горит? Да. А, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Ой, ой, я слышу. Ой. Кто выжил? Спасибо. Только падают запчасти, смотрите. Никто не выжил. Вот это жестко. Я живой. Вот, я выжил. Так, пацаны, еще раз, последний раз хочу прям жестко взорвать бомбой. Не надо, ты мне. Да не бойся, не бойся, не надо. Знаешь, Дима, чем? Знаешь? Я знаю, вот у меня есть бомба, которая жестко откидывает. Не-не-не. Давай, 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 давай. Я выжил. Вот, смотрите, запчасти падают с неба, смотрите. Я Дима, у меня 3 хп. Я до скайбокса долетел. Деревянный дождь. Аллилуйя. Понятно. И у нас пошла лавовая бомба. Давайте отлетим, посмотрим, насколько она эпическая. Все распространяется по всей карте. Никто не... Даже я сгорю сейчас. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Давай.